там она говорит, ты любитель дрифта за то, что вы такие внимательные бываете и дружелюбные. У меня сейчас в очереди человек преподнес в подарок кофейный напиток. Видимо, за мной следит, так что тебе спасибо большое. Но на будущее я остатки кофе не буду. Такая наглая, но я даже не буду видеть. Посмотрите на эту легендарную надпись. Конечно же, мы здесь. Я добралась, вернее, мы здесь. Но, ребята, я хочу вам сказать, что дождь льет, пиздец как, но мы сохраняем оптимизм в любой ситуации. Очень я люблю дождевые этапы, вообще не знаю, кто любит дождевые этапы, поэтому погода, срочно соберись. Ну, а я вот, кстати, перефразируя знаменитую присказку, Алиша везде работу найдет, решила поработать, посидеть в пресс-центре, чаечек у меня здесь, все дела вообще люксовые, кстати, хочу сказать, что... Ребята из Racing By максимально приветливые. Я, правда, кроме Айка еще никого не видела, но он всегда максимально приветливый. Где-то там ходит, что-то руководит. Короче, красавчик, капитальный джек.